Казанцы. Шайбы в своей зоне. Петров поднимает голову. Все-таки доходит шайба до партнера. А дальше-то еще лучше Журавлев. Добивается своего. Он оказывается на острие атаки. На дальней штанге 4-0 в пользу казанцев. Но тут опять же партнера, который вычертил эту передачу на Журавлева, нужно отмечать особо. И еще отметить факт. Вот сейчас в средней зоне. Вот здесь Пайгин, казалось бы, уже остановил атаку. Но оказалось, что нет. Кстати, Песанин опять последний пас. Вот Пайгин, как же он... Почему же вот, ну, Пайгин на ровном месте не принял?